Сегодня у нас 3 октября, травка зеленая, деревья голые, даже желто-зеленые. Мы сегодня поплывем в Канику вот на такой лодочке. Ну что ж, мы приехали на место. Да, мы не поехали на озеро Каника, мы поехали на озеро Городецкое. Ловили сначала в одном месте, ничего не клевало, ни одной щучки, ни одной поклевки, вообще ноль. И мы поэтому переехали на другую сторону, и вот начали рыбачить. Калюнька рыбачит на воблер Тайномагалона. Ну, почему Тайномагалона? Этот воблер Кинемагалон. А почему так именно назвали его? Это когда он покупал этот воблер в магазине, то продавщиц попросил: подайте, пожалуйста, мне вон тот воблер, Кинемагалон. Она: это не Кинемагалон, это Тайномагалон. Ну, что, посмеялись. Ну, с тех пор и пошло это название Тайномагалон. Вот, а я рыбачить стал сразу на поппер. Вот вы его видите на экране. Почему именно на поппер? Ну, во-первых, здесь глубина небольшая, где-то примерно сантиметров 50-70, не больше. Вот. Ну, что могу сказать? Щука интересуется только им, а хватать не хватает. А у Кольки как из пулемета. Одна за одной. Погода хорошая. Где-то градусов 8 тепла. Ветер такой где-то примерно 1-2 метра в секунду. Вот, кстати, посмотрите, вот он. Делает заброс. И посмотрим, сейчас он поймает или нет. А, видите, поклевка произошла сразу же. Я поппер сменил на блесну вертушку 5-го номера. И у меня тоже пошли поклевки. Правда, спингом пришлось немножечко... О, кстати, видите? Вон я тащу щучку. Чтобы блесна не падала на дно, спиннинг приходилось все время держать вверху. Проводку делать, как говорится, по поверхности. Щука клевала, ну, не могу сказать, что крупная, где-то примерно от килограмма до 2 килограмм. Спасибо, конечно, моей супруге Марине за то, что она как оператор все время работает у нас на рыбалках. Без нее, конечно, было бы тяжеловато. Как говорится, любой рыбак хотел бы все время рыбачить, не только снимать. Вот поэтому Мариха выручала постоянно. А это у меня такие вот поклевки пошли хорошие. Начал тоже, как говорится, ловить. Щучку сейчас вот поймал где-то примерно... Ну, грамм на 800, не больше. Ну что ж, нам пора домой. На рыбалке, знаете, время летит очень быстро. Ну, как говорится, всю рыбу не переловишь, всех денег не заработаешь. Нам пора домой. За рыбалку что могу сказать? Наловили, вот, посмотрите сколько. Это Калюнька поймал. Вот, а это мой улов. Всем спасибо,
До новых встреч!